Всем здорово, ребят. Ну что, я решил сегодня собрать у себя одного из последних донатных героев. Мы его собрали, это фанатик, и потестировать, покачать немножко и посмотреть, что в итоге у нас получится. Я вот собрал его у Андрюхи на аккаунте, довольно-таки интересный герой в плане того, что нахрен по сути не нужен, как и большинство героев, которые на сегодня есть, потому что он, ну, я не знаю, где его можно применять, чтобы от него был толк, на подземках, там, не знаю, на каких-то начинающих левелах, но в топах, как по мне, герой, ну, бессмысленный. Почему? Сейчас посмотрим, покачаем. У него самое главное, что у него есть донатный герой. Вроде казалось бы, да, донатный герой. У него должен быть иммунитет от всего, вроде казалось бы. Но у него иммунитета от всего нет. У него нет иммунитета от молчанки. Герой, в принципе, себя восстанавливает. Это круто, наносит дама. Чистую атаку имеет. Увеличивает скорость атаки. Повышает крит, отражает 50% входящего дамага. Ну, вроде казалось бы, все очень круто, но на практике это все не очень круто. Потому что, как и большинство героев, ну, я не знаю, наверное, 90% героев, я уже не раз говорил, они просто нафиг не нужны в игре. Вместо того, чтобы сделать там ремодель какого-то героя, либо его как-то усилить, либо как-то убрать, ну, что-то переделать, изменить, у нас добавляют, как обычно, нового донатного, который, по сути, ничего, ни на что не влияет, ничего не может, потому что большинство последних героев, ну, просто не нужны. Есть определенные герои, которых хватает свободно, чтобы тащить. С этим героем, ну, не знаю, тут у него нету, знаете, такого какого-то прям мега вау эффекта, скилла. Сейчас мы ему девятку даже качнем. У меня девяток дофигища, десятые закончились. Подкачаем здесь скилл. И пойдем потестируем на эту. Потестируем эту новую имбу донатную. Это последний донатный герой в деле. Что он сможет. Так, не хватает ресурсов. Дожились. За счет того, что у него отражалка, можно, конечно, как и фобушки там, да, ставить. Там СО, стойкость. В принципе, отражалка есть. Но я не знаю, мне, по крайней мере, мне этих 5% больше нравятся мои отражалки с огненкой. Плюс огненка на десятке дает еще жизнь, что довольно-таки тоже неплохо. Ну, варианты разные есть. В принципе, неплохой вариант собрать его на стойкость и поставить ему еще дополнительное СО. Вот, отлично, у нас есть стойкость. Мы сразу ее качнем на десятку. Сейчас подкачаем ему скилл. Я потом прорыв уже докачаю отдельно. Что-то лень тестировать, как я раньше делал героев один против там, ну, потому что это бессмысленно просто. То, что он там может тащить против одного, против пачек, он все равно ничего не сделает, и отхил его режется. Но самое обидное то, что я уже говорил, у него нету иммунитета от молчанки. У него много разных иммунитетов, но толку от этого, по сути, ну, просто никакого. Нормально подписался, вовремя подписался. Фаната IGG видно. Так, эволюцию мы сделали, это я что делаю? Опять я провтыкал. Сейчас мы сделаем ему такую первую ауру, плюс-минус, чтобы хотя бы видеть, что он может.
Так, 200 есть, 10-10. Не, ну давайте уже скилл подкачаем. У меня закончились камешки. Ну, хоть 14 сделаем, чтобы хоть как-то он выделялся. Как это харит? Чего нельзя сделать вообще просто? Автопрокачка героя. Есть у тебя ресурсы, ты просто выбираешь галочки. Хочу прокачать так, так и так. И не паришься. Нельзя этого сделать. Хорошо, хотя бы прорыв сделали. Дали возможность с прорывом. Так. Ну, варианты, как бы, если было бы у него хоть какое-то ограничение, было бы, думаю, интересно посмотреть на это. Но, к сожалению, у него никаких ограничений тоже нету. То есть, по сути, это он очень, я уже показывал на него обзор. Что-то похожее, знаете, к Асуре. Но, не знаю, ну, мне он, честно говоря, не заходит. Асура хоть энергию забирает, этот, ну, вообще, вообще непонятный овощ. Сейчас попробуем что-то интересное ему вытащить. Ну, хотя бы по минималке. Уклонения вообще не падают. Не хотят продать нам уклоны. Короче, все как обычно. Ну, две атаки. Мы его, короче, на атаку соберем. У нас будет просто тупо разносить все. Хоть у нас дефная сборка будет. Мы ему сейчас зафигачим суперсилу. Есть, у меня есть еще суперсилы. Было их намного больше. Ну, единственный вариант — это собирать его на уклонение, чтобы он там жил, да, хоть как-то. Так. Поехали дальше. Доведем его до ума. Ну, не знаю, если сравнивать с Зефиром, с Огником, мне кажется, тем более универсальнее, нежели этот герой. Там и отхилы есть, там и ограничения, там и молчанки. Ну, иммунитеты тоже интересные, но есть там свои плюсы. И мне кажется, что у тех героев их больше, нежели у этого. Возможно, этого еще вполне не раскрыли. Посмотрим, побегаем, потестируем. Но судя по тому, что я уже побегал и посмотрел, меня он особо, честно говоря, не впечатлил. Кто бегал, смотрел, пишите, что вы думаете по этому поводу, по этому герою. Так, пойдем тестировать без прорыва, нам надо докачать для СО. У нас нету уклонений. Мы можем, в принципе, уклоны сейчас получить питомцем, как вариант. Мы таки это и сделаем. Недомогание на нем снимает отхил, как и на 99% героев. Ну, знаете, эффекта вау от него, хоть он и каждую секунду там себе хилит сколько там процентов, от этого толку, честно говоря, никакого нет. Так, отлично, 100. Ставим сюда огненку. Ой, не огненку, а там священный огонь. Стойкость. Огненка фактически у нас есть. Делаем такой вариант. Еще давайте скилл ему подымем. Так, чтоб наверняка уже. И посмотрим, потестируем его в боевом режиме. Ну, без прорыва, понятно, нету смысла нападать там на топов и тестировать. Его просто тупо ушатают. Даже несмотря на то, что у нас, в принципе, на нем сейчас такой, скажем, максимальный даф, кроме уклона, да, но это нас никак не спасет, я думаю.
его отхил не сработает, на него можно накинуть молчанку. Сейчас большинство баз и сбора героев они блокируют, накидывают молчанку. Если у героя нет иммунитета от молчанки, это, наверное, одно из основного на сегодня, это иммунитет к молчанке. К сожалению, здесь этого нет. И ничего не сделаешь. Посмотрим. По крайней мере, 14-14. Разбежался, короче. 13-13. Камешки-то у нас закончились. Так, книжечки забрали. Поехали. Поехали с подземок тестанем. Ну, давайте или с рейда, какая разница. Судя по дефу, у нас прям мегавал должно быть. Ну, не так, чтобы прям мегавал. А вот смотрите, вот вокруг он, когда бьет, наносит чистый, есть его основной скилл. Перезарядка основного скилла реально очень большая. Ну, вот вам, пожалуйста, все, что осталось. Ну, понятно, без прорыва, но тот же самый огник и без прорыва и зефир с ограничениями Фрея, да, там она недонатная. От них толку будет больше, потому что там ограничения, там какие-то иммунитеты получше, но, блядь, что такое? Что за дичь? Поехали. 300, 300, 300, ребят, 300, 300, 300, это при том, что у нас реально 10, ну, фактически там огненка, да, плюс СО, плюс стойкость, то есть, да ну нафиг, ну, что-то, не то нажимаем. Посмотрите, не этот, за 10 самов трачу, 892. Смотрим. Его нету. Просто тупо надо так делать, жалко. Все как обычно, все работает отлично. Вот лисица ударила, вот пошел его отхил. Ну не знаю, по чарам тут, наверное, священный суд лучше всего даже поставить. Давайте соберем его максимальный деф. А то я говорю максимальный деф, а священный суд не поставил. Ну, понятное дело, от отражалки тут толку никакого не будет. Ну, не то чтобы не будет, она работает толком. Блять, он просто тупо не появляется, не ресается. Так. 200, 200, 200. Вот пошел его отхил какой-то. Все. Пятого героя просто, ну, не вижу. Да, он без прорыва. Но это донатный герой, камон, AGG. Он должен хоть что-то уметь. Но без прорыва он ничего не умеет. Окей, поехали дальше. Поехали, посмотрим на подземках. Подземка номер 5. Знаете, донатный герой для подземок, это, конечно, круто. Но тут тоже есть свои нюансы. Смотрим, у него есть иммунитет. Ну такое, как видите, вблизи. И то он проседает с таким дефом, все равно его там пробивают. Ну посмотрите на него. Ближний бой. Однозначно минус. Скорость атаки, ну такое себе. Ближний дамаг, ну... Я знаю. Но мне не особо скилл его основной. Там, судя по всему, ну давайте еще разок нападем, посмотрим, что у нас по скиллу. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Кулдаун? 13-14 секунд основного скилла. Сейчас мы посмотрим там сколько действительно. О чем это говорит? Это говорит о том, что
Он даже скиллом тупо будет бить у вас раз в полчаса. Ну, такой герой, ну, вообще бессмысленный просто. Вот, из-за кулдауна уже понятно, что основной скилл у него просто в печали. 14 секунд. 14 секунд, да ну нафиг, ну кому надо такой герой 14 секунд кулдаун, чтобы он бил? Ну это реально бред. Давайте попробуем собрать еще какое-то уклонение. Ну я не знаю, я прокачаю его на прорыв и сделаю уже тест еще один на максималке. Но мне кажется, это фиаско. Ролить ему даже уклонение, ну на роли моему уклонение, но толку от этого уклона. Но не будут по нем попадать. Но он-то основном скилл его дамажит раз в 14 секунд. Я не знаю, таких героев, наверное, мало, у которых такой кулдаун в игре 14 секунд. Но это просто выше всяких похвал для IGG. Создавать таких героев, которые донатные и которые толком, по сути, нифига сделать не могут. Интересно, мы соберем уклон или нет? Он очень печально падает, хотя предыдущим героям я довольно-таки неплохо его подсобирал уклонение. И у нас плюс еще питомец, ребят. Питомец дает уклонение, плюс у меня титул. Дает нормальное уклонение у героя, где-то около десятки можно, думаю, вытащить, но это все равно никак не будет спасать. Сейчас мы попробуем это сделать, но мне кажется, это просто бессмысленно. Троечка, четверочка, так, отлично, еще одна пятерка. Понятно, что нам две пятерки там не выпадет, там хотя бы одна. Попробуем здесь сейчас хоть одну словить. Четверка, ну четверка, спасибо, не надо. Тройка. Жизнь, боль. Можно будет еще в сундуки поиграть потом. Ну дайте пятерку, блин, что за хрень? Просто тупо. Тупо падает все, кроме пятерки. Отлично. Так, пробуем здесь. 187. Ну, мне атака на нем, по сути, нафиг не нужна. Толку от этой атаки. Уклон, крит, сопротивление, нормально. Итого, смотрим. У нас на героя 12 тысяч уклонения. Ну, 13 почти к. Ну, в принципе, среднестатистически нормально. Ну, понятно, здесь его 30-е прорывы сейчас, наверное, будут. Хотя нет, миссают. Плюс-минус. Сейчас миссы начались, у него отхил режется, как видите. Ну, чуть-чуть бывает, себя восстанавливает. Все-таки недомогание не всегда срабатывает. Вот теперь он у нас супер-мега-танк, но толку от которого, ну, толку вообще никакого нет, как по мне. Это просто чисто, знаете, вариант сделать его фуловым, чтобы его было сложно пройти, как, например, там, Божество, да, там, и других, которые имеют отхил и по дефу реально их сложно убить. Ну, а так, в принципе, вот лисица режет ему отхил по 3000, восстанавливает. Это только такой вариант. Но он у нас пока без прорыва, то есть. Но дамажит он по зоне, а дальше все. То есть раз в 14 секунд. Это до одного места. Ну вот видите, его отхил его не спасает.
И вот вопрос, нафига такой герой? Для чего? Вот, не знаю, кто нашел ему применение, пишите в комментариях, будем тестировать. Но, как по мне, это просто бессмысленный очередной герой. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.